В минувшие выходные крупнейшая компания региона «Касценк» организовала праздничный концерт в честь Дня металлурга, во время которого состоялось награждение ежегодной премии «СГЖУРЕК». Подробнее о лауреатах премии смотрите в следующем материале. В областном центре во Дворце спорта имени Бориса Александрова в честь Дня металлурга прошел масштабный концерт с участием звезд эстрады. Во время праздника представители промышленного гиганта по доброй традиции вручили премии «СГЖУРЕК» самым отважным восточно-казахстанцам. В жизни каждого человека есть возможность быть гуманистом, проявлять добро. Наша премия подтверждает это, подчеркивая, что жизнь человека важна не только его собственная, но и тех, кто окружает нас вокруг. Те ребята, которые сегодня получили премию, они своими поступками доказали, насколько ценят тех, кто вокруг нас, и готовы при этом пожертвовать своей жизнью для того, чтобы спасти другую. Это, наверное, самый высший уровень проявления гуманизма. В течение 3 недель шло голосование за тройку лидеров. Победители получили заветные статуэтки и денежные призы в размере 1 миллиона тенге. Один из 3 победителей, Кайрат Шерепанов, не побоялся зайти в горящий дом, чтобы спасти 3 малышей. Находился у мамы в гостях, увидел, что горит дом. По инерции сразу оделся и побежал спасать. Это произошло на блокетке. Всем пожелал здоровья, чтобы не происходили пожары, там дети не тонули, не горели, чтобы все было хорошо в Казахстане. 2-м награжденным стал Тилек Кумарбеков. Благодаря самоотверженности ефрейтора, 6-летний ребенок, оказавшийся в водоеме, остался жив. Услышал крик о помощи, недолго думая, бросился в воду спасти ребенка. И в тот момент, когда не было страха, главное было вытащить ребенка целым невредимым. О своей жизни уже не думал. Потому что ведь наш воинский долг – это помогать гражданским лицам. Также статуэтки получили Резебек Канапьянов и Манарбек Ауганбаев. Мужчины вынесли своего соседа из огня. Премия, учрежденная крупнейшей компанией региона, призвана поощрить граждан, которые рискнули своей жизнью ради спасения других людей. Ежегодное чествование героев стало неотъемлемой частью Дня металлурга. Праздничный вечер продолжился выступлением звезд казахстанской и зарубежной эстрады. Алия Симбинова, Мир Асхатулы, Алтай Ахпарат.